«Точки джаза» – так назывался концерт, который состоялся в Северодонецке. В нем приняли участие солисты и творческие коллективы областного музыкального училища имени Сергея Прокофьева. Наша съемочная группа вместе со зрителями наслаждалась чарующей музыкой. Ансамбль «Соул», который в этот день играл на сцене известные и малознакомые джазовые композиции, состоит из 4 профессиональных музыкантов. Это преподаватели училища Наталья Пасечник, Марина Яворская, Роман Квитко и Александр Погорелов. Коллектив был создан в училище 5 лет назад. Мы 5 лет играли, участвовали в таких концертах училищных. И вот, наконец-то, у нас созрела программа, большая программа, которую мы хотим показать нашим зрителям. Будет хороший, интересный концерт. Все-таки эстрадная джазовая музыка – это такое новое направление у нас в училище. У нас училище академического направления. И это попытки выйти на какой-то интересный современный уровень. Название концерта «Точки джаза» не случайно. Именно так называется сюита американского джазового композитора Дэвида Брубека, которую исполнили музыканты. Зал тепло принимал каждое выступление. Среди гостей концерта заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Ольга Лишик. Обласна державна адміністрація робить все для того, щоб підтримати обласне музичне училище фінансуванням і дає всі важелі для його розвитку. На концерте также выступил эстрадный оркестр под управлением Сергея Быхуна и солисты-студенты училища. Алина Шевченко, Николай Резниченко, «Подии».